провокационный вопрос. Я считаю, что мы сегодня работаем в сложное время, не имея политической стабильности и, скажем, какое-то сотрудничество с городским советом. Ну, в том формате, который есть, да, я считаю, что, в принципе, они справляются по максимуму. То есть все зависит от условий, контекста. Сегодня так. Никого не понимаете? Нет. Может быть, добавлять кого-то? Можно я не буду отвечать на этот вопрос? Добавлять надо, но просто, опять же, ну, это старая история, все одно и то же. Людей сюда затянуть очень трудно, они смотрят и думают, тут осталось им полгода работы, зачем я буду портить себе репутацию?